И всем привет, мои дорогие подписчики. Сегодня я хочу сделать такой челлендж для наших подписчиков. Вот, видите, здесь стоят все мои подписчики. И кому, получается, выпадет самый лучший рандомный фрукт, получается, тому я дам 100 робуксов. И, получается, мы будем делать так. Смотреть по цене, а не по редкости. И давайте напишем, скажем то, что чтобы все начали открывать. И все, открываем по очереди. Все, давайте открывайте. Вот первый у нас Супер Гига. Давайте посмотрим, что ему выпадает. И на кону еще, ребята, у нас 100 робоксов. И что же ему выпал? 4 минуты. Ладно, мы подождем. Тебе что выпадет сейчас, посмотрим. Это контроль. Что это? Если что, сейчас его не сложил в инвентарь. Не ложил в инвентарь. Отойди сюда. Или стойте все здесь. Пошли, отойди. За мной иди. Здесь еще. Хотя вот сюда встань, вот сюда. Ко мне. Иди. Выкинь его из инвентаря и сам подними. Ну, типа, выкинь его из руки, подними. Я не буду его брать. Если что, ребят, я сказал то, что... все условия, это то, что они должны доказать то, что ему выпал фрукт. А он это не доказал. И поэтому он у нас вылетел. И не победил. Да. Ладно, открывайте дальше. Получается, он не доказал то, что ему он выпал. Сейчас он вылетает. Пока что нас никто не открыл. Открываешь ты теперь. И первым нашему человеку выпало пламя. Пламя стоит вроде бы 250 тысяч и открывается. И открывает следующий. Ему выпадает нить. Сейчас же первый он должен доказать то, что мне его выпало нить. Идите за мной. Еще не открывайте, кто сейчас стоит. И не идите за нами, не идите. Выкинь из рук. Выкинь и подбери сам. И здесь, ребят, у нас была такая же ситуация. Ну и поэтому он у нас тоже вылетел. Ладно, открывайте дальше. Получается, арбуз у нас первый должен быть, потому что те два челика не доказали, за что им он выпал. Хотя, нет, у нас, я посмотрел прямо на записи, вроде один выбил флейм, ему выпал айс. Ага, хорошо. Открывай теперь риплуфи. Ему выпал тоже айс. И Данил, ты открывал? А, еще супергигант должен открыть, хорошо. Но у него когда 1 минута, так что мы чуть подождем. И получается, нам... Сейчас скажу. Одному выпал флейм. Двоим выпал лед. Вот ему выпал алмаз, хорошо. Алмаз стоит подороже, он стоит вроде 500 тысяч. Так что пока что он лидирует, Данил. Но мы еще ждем, пока откроют два этих человека. Воскрешение, ну. Остался он. Пока что вроде самое дорогое, я не знаю, сколько стоит воскрешение, правда. А нет, алмаз дороже. Получается, ребят, самое дорогое это был алмаз. Точнее, даже контроль, но он... Человек, которому выпал контроль, он это не доказал. Тому, который выпал нить, он это не доказал.
И алмаз, кому выпал, он тоже это не доказал. А супергигант, которому выпал, получается, разгрешение, он это нам доказал. И он нам это скинул. И подписчики сказали то, что пусть супергигант выигрывает, он единственный доказал и скинул тебе этот фрукт. И получается, он нас победил. И 100 робоксов получает. И вот, ребята, вот он стоит, супергигант, он победил, и нам выпал, потому что ему выпал этот воскрешение, оно, получается, вышло там самое дорогое, и он выполнил все условия, он доказал, что ему выпало. Было люди, которые выиграли, получается, больше, которым выпал контроль, но они это не доказали, и поэтому он, получается, доказал это, то, что ему выпал контроль. Воскрешение, и мы отдаем им, получается, эти 100 робоксов. Но, ребят, если вы хотите еще такие видеоролики, обязательно напишите об этом в комментарии. А мы сейчас отдадим ему эти 100 робоксов. Вот, да. Берем и да, натим. Все, ребят, с вами был я, Глеб Топ. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока-пока.